Девочка моя. Это ты что же? Ты съела все конфеты? Это не я, это Патрик. Деточка. Мы вместе. Деточка. Ну ладно, я. Ну, разве можно есть столько сладкого за раз? Ну, почему, если что-то вкусное, то этого надо есть по чуть-чуть. А по-твоему, если кто-то ест немного чего-то, то это чего-то должно быть вкусное? Ну да. Полагаю, Патрика тоже волнует этот вопрос. Вот послушай. Горчица. Соня сидела перед тарелкой с овсяной кашей и думала о том, как в ее жизни мало удовольствий. Очень странные эти люди, думала она. Картошку или щи, или кашу едят помногу. А всякие вкусные вещи, например, колбаску, варенье или шоколадные конфетки, помалу. Это неправильно, думала умная собачка Соня. Правильно это, когда наоборот. Вкусного помногу, а невкусного по чуть-чуть. Хозяин Иван Иваныч был такой же, как и все. Он бросал в большую миску каши маленький кусочек масла и на толстый кусок хлеба клал тонюсенький ломтик колбасы. Соня на его месте делала бы иначе. Она клала бы в большую тарелку масла маленький кусочек каши, а колбасу и варенье вообще ела бы без хлеба. Соня вспоминала все вкусные вещи, которые пробовала в своей жизни, и облизывалась. А ведь есть, наверное, еще что-нибудь очень-очень вкусное, чего я не пробовала, подумала вдруг она. Что-нибудь такое, что едят понемножку. Ведь чем вкуснее вещь, тем едят ее меньше. И тут умная Соня вспомнила. Горчица. Ахах, обрадовалась она. Как же я сразу не догадалась. Иван Иваныч доставал горчицу совсем чуть-чуть, на самом кончике ножа, а затем осторожно намазывал на хлеб и, зажмурившись, отправлял в рот. Потом он говорил и от удовольствия, мотая головой, набрасывался на кислые щи и другие невкусные вещи, как будто бы они были шоколадно-мармеладные. Соня достала из холодильника зеленую баночку, открутила крышку и, зачерпнув полную большую ложку горчицы, решительно сунула ее в рот. Зажмурившись, сказала Соня, и тут же почувствовала, что проглотила ежа. Ядовитую змею и горячий утюг сразу. Ой-ой-ой! Закричала она и принялась носиться по квартире, опрокидывая все на своем пути. Во рту у нее все горело и полыхало. Может, я превратилась в огнедышащего дракона? С ужасом подумала Соня. Она хотела посмотреть на себя в зеркало, но проносилась мимо с такой быстротой, что успевала заметить в нем только кончик хвоста. Надо срочно чем-нибудь затушить, догадалась вдруг Соня и бросилась к тарелке с водой. Сначала она выпила всю воду, потом принялась тушить каши, потом вчерашней картошкой, потом она проглотила остатки кислых щей и полбуханки черного хлеба. Высунув распухший язык, Соня сидела перед зеркалом и думала о несчастном Иване Ивановиче. Теперь она знала, для чего он ест эту ужасную горчицу. После такой гадости, думала собачка Соня, и самые кислые в мире щи кажутся вкуснее вишневого варенья. Правда, Патрик? Патрик? Патрик. Патрик? Патрик? Патрик. Спокойной ночи. Патрик? Патрик. Патрик? Патрик? Патрик?